Здравствуйте, друзья. Зачитаю вам письмо. Это не вопрос, а просто письмецо. Где-то у меня очки тут были, секундочку. У меня есть такие дежурные очечки. Маленькие такие. О, хорошо, так лучше. Здравствуйте. Я, кстати, убрал кое-какие там детали, чтобы так не светить. Хотела сказать вам огромное спасибо. Не знаю, помните ли вы меня, но год тому назад вы порекомендовали мне адвоката. В сентябре мне повезло учиться онлайн, как утешительный приз за участие в конкурсе на канале. В марте я получил разрешение на работу. Поиск работы проходил параллельно моей программе нянечки. То есть она, видимо, как-то приехала в страну как по какой-то программе нянечки. Вот 13 мая мой контракт нянечки отпустил меня, а 16 мая я получила оффер. Кстати, 16 мая был ровно год, как я ступила на землю США. 30 мая я вышла на работу в компанию, я убрал название. Это компания, которую знают все, скажем так. Которая станет частью... Она поступила в компанию, я убрал название. Которая станет частью вот той, которую знают все. В конце лета. И я уже официальный работник той, которую знают все. Мне 9 июля будет 23 года. Я приехала одна, я прошла через много сложностей. Я вам очень благодарна за то, что такой добрый, ребята, это я, и мудрый человек случился на моем пути к тому, что я могу назвать достижением. Мы все согласны, что достижением. Я не потеряла мотивацию, я хочу двигаться дальше. И то, что у меня есть сейчас, меня вдохновляет. Верьте в своих студентов, а мы верим. И знайте, что вы делаете все, что в ваших силах, и даже больше для нашего успеха. Хороших, искренних, благодарных людей вам вокруг, а это пожелание. Я пишу вам, и у меня слезы на глазах. Спасибо еще раз за то, что помогли мне открыть дверь в мое прекрасное завтра. Вот такое письмо. Мы сейчас обсудим, что там получилось. Значит, что получилось? Я знаю имя девушки. И как бы я знаю конкретно, кто это. Но, ну, как бы лишнего не будем. Так вот, у нас был конкурс на канале. Я уж, честно сказать, даже и не помню, когда он там был последний раз, но это был конкурс видео на тему «Хорошо». У нас есть даже плейлист. Я, по-моему, их всех в один плейлист собрал, все этих хорошистов. И там было объявлено, что будет 5 призов. В итоге их там было 6 призов. Вот. Ну и там, не помню, по $200. Но остальные люди, которые приняли участие, все без исключения, кто принял участие, я им сказал, что у вас, вот как девушка это называет, утешительный приз. Вот. Вот был такой утешительный приз всем, кто принимал участие. Но это не был именно утешительный, потому что этот приз был и для тех, кто не попал в пятерку, и для тех, кто попал в пятерку, тоже он был. То есть это был как бы такой приз общий для всех участников. Я думаю, что именно утешительный не совсем правильно его назвать. Так вот, за это время из тех людей, которые принимали участие, а их было человек, наверное, я боюсь соврать, 25-26, вот такого плана. Из этих 25-26, может быть, 15 пришли и прошли наш курс. Человек 8 там сразу пришли, и потом в каждой следующей группе там еще подходили. И вот даже сейчас у меня класс идет, в нем есть один человек вот из тех. Вот в апреле начали, кто-то был вот из тех, кто участвовал в этом конкурсе. То есть они в какой-то там понятной им последовательности подходят. Вот. И вот девушка там сняла сюжет. Я, честно сказать, сюжет не помню. Помню, лицо девушки хорошо помню. Молоденькая. И вот, значит, она, оказывается, приехала там по какой-то программе и участвовала в нашем курсе. Я ей посоветовал человека, который помогает вот там, видимо, с политическим убежищем, там, надо полагать. Тут не было сказано прямо, поэтому, ну, я так из контекста такой вывод делаю. Вот, и собственно, вот так удачно у нее получилось. Она закончила ту программу, тут же получила оффер по тестированию. К этому моменту у нее уже было решение на работу, и все так у нее в одну точку сошлось. И, в общем, она умница такая, и я, честно говоря, очень
как бы горд, что вот, вот есть такая молодежь. Я не знаю, может быть, не всем людям, которые постарше, но вот мне так точно, например, мне очень важно, чтобы какая-то смена росла, чтобы вот можно было посмотреть на молодняк и сказать: наш молодняк, есть смена. Понимаете, есть кому передать в руки флаг, понимаете, с которым мы тут по жизни носимся. Поэтому вот, вот я на самом деле очень рад этому обстоятельству. И я хочу сказать, что в школе у нас, вот я работаю, я не считаю часов, я не знаю там сколько, я не, мне никогда нет ощущения, что я переработал. Хотя бывает иногда устаешь чуть-чуть, но у меня всегда очень радостное ощущение, потому что когда я вижу эти лица, когда я вижу этих ребят, когда я вижу, как вот прет вот эта вот энергетика, господи, вот ради этого стоит жить, понимаете? Потом, почему я хотел вам письмо показать, можно сказать, похвастаться хотел. Может быть, я в целом не тщеславный, но, ну, может быть, есть немножко. Но я хотел показать, что когда человек идет к какой-то цели, и у него есть эта цель, и он ее формулирует, его ничто не может остановить. Когда девочка принимала участие в конкурсе, так, она не знала, выиграет она или не выиграет. Она не знала вообще, ну даже если она выиграет, ну что, хорошо, $200. Я сам не знал, вот за, скажем, не в момент, когда конкурс объявлялся, не в момент, когда он, не все время, что он шел, а только вот когда я уже стал итоги подводить и так далее. И вот только в этот момент я подумал, а что действительно там, ну, и вот придумал вот эту вот фишечку, чтобы все, кто участвовал, все были довольны, потому что конкурс разворачивался очень медленно. У меня было ощущение, что там вообще 5-6 человек-то всего и будет участников. И вдруг за последние там из месяца, за последнюю неделю пришло там свыше половины всех, вот кто там участвовал. И я как-то хотел вот, ну, такое общее спасибо им сказать. Если кому нужно, там некоторым оно и не нужно. Ну, в общем, да. И девочка же не знала, и я не знал. Никто не знал. И я, честно говоря, не знаю, что там стало с другими ребятами, которые участвовали в конкурсе и потом учились. Я просто не отслеживаю, я не помню, кто из них в группе, по какой причине. То есть вот если он в группе, то я не знаю, это он с конкурса или он не с конкурса, он уже в группе и все. Поэтому я не могу так сказать, как-то у меня нет отслеживания вот этого всего. Но в таком случае человек шел к какой-то цели. С одной стороны, с другой стороны, с 20-й стороны, это все равно должно было как-то сработать и должно было его куда-то вывести. Если бы он не шел никуда, то, наверное, бы ничего и не случилось. То есть так, само по себе-то ничего бы не могло быть. Она же приехала в страну, она же находилась тут по какой-то программе уже. И когда она попросила там, дайте мне какого-то там, не знаю, юриста иммиграционного, я так понимаю, что она уже была в стране в этот момент. Поэтому... Ну, в общем, так вот сошлись звезды. И вот есть у нас такая девочка хорошая. И все так, я надеюсь, у нее будет здорово по жизни. И я еще, знаете, вот смотрю иногда. Я рассказывал, когда я делаю видео там с другими блогерами. У них на канале, ну, у кого-то, может быть, там чистят дрянь всякую, а у кого-то и не чистят. И вот я смотрю, там пучкуны всякие, как сказать, из навозной кучи. Вот они ходят и пишут дрянь всякую, и пишут дрянь. И я хочу сказать, что все вместе они за всю свою жизнь, понимаете, не получат такого письма. А я не могу сказать, что у меня таких писем там каждый день по нескольку, это неправда. Но уж раз в неделю так точно. Ну, не такое прямо такое, а вот просто люди, которые говорят спасибо, я там прорвался, там, и вот все время. Я их не коллекционирую, не складываю никуда. Ну, проходит там где-то в ленте там скайпа или где-нибудь в имейлах там и так далее. Ну, что, их много, и это пишется мне, не для того это все. Но я хочу сказать, что вот такие вещи, такие люди, такие результаты, что ли. Вот это то, ради чего хочется жить и работать. И там, когда говорят: Миша, а вот там, а на пенсию там ты собираешься или нет? Как же, это же наркотик.
Это как же можно выйти с наркотика на пенсию, правда? Вот, так что я вот, можно сказать, забалдел. Еще на работе никто не видел в офисе. Я урок вел вечерний в онлайн-классе. И после этого урока там несколько человек хотели поболтать еще в, ну, там в скайпе. Не поболтать, но по делу. И вот я с одним, с другим, с третьим. И потом вдруг раз, вот так выходит, я позвал ее, говорю, давай, может быть, мы в скайпе запишем интервью. Но я не знаю, там девочка захочет или не захочет. И, в общем, это как бы, ну, мое дело предложить, а ее дело, может быть, там взвесить свои соображения. Не все люди хотят сниматься в каких-то таких вот обстоятельствах, я не знаю. В общем, дело такое, я предложил, посмотрим. Если будет, я с удовольствием в скайпе там ее запишу. Все, наверное, вот такая история, которая... Жалко, не с утра. Знаете, с утра, случись такое с утра, весь день было бы хорошее настроение. Ну, может быть, я завтра с утра расскажу сотрудникам, и у них будет, так что... Но, в общем и в целом, это, конечно, не сугубо школьное такое достижение, а все-таки это наш канал, это... Вот мы все вместе, вот те, кто смотрит наши видео, те, кто участвует в конкурсах, те, кто за них переживает или просто наблюдает. И как-то вот так оно здорово все сложилось, получилось. И хорошо, хорошо. Счастливо!